Представляем актера в красном углу Диана Баева, Ханты-Мансийский автономный округ. В синем углу Виктория Швалова, Иркутская область. К красному углу готовится к продолжению боя Диана Баева, город Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ. Диане 19 лет, кандидат мастера спорта. Боксом занимается 7 лет. За это время провела 40 боев, 30 из них одержала победу. Является призером Кубка мира среди нефтяных стран в 2017 году. Призер первенства России в 2017 году. Победитель первенства России в 2015 году. Тренируется под руководством тренеров Якубова, Самкова и Ротари. Диана Баева, красный угол. Come on.
синем углу готовится к продолжению боя Виктория Шувалова, Иркутская область, город Иркутск. Виктория 20 лет, кандидат в мастера спорта. Боксом занимается 4 года. Счет боям не ведет. Виктория является победителем летней спартакиады молодежи России, победитель турнира «Байкал» 2018 года, победитель Иркутской области 2017-2018 годов, чемпионка Сибирского федерального округа в 2018 году. Тренируется под руководством мастера спорта СССР Аркадия Козюка. Виктория Шувалова, синий угол. Выходу в ринг приготовится 6-й паре, весовая категория 75 кг, Дарима Сандакова, Елена Капешина. 6-ю пару обслуживает бригада в следующем составе. Рефери Петров, судьи сбоку, Кечин, Маханов, Баранов, Шляхтер, Стасюк. А в этом бою единогласным решением судей победу одержала боксер красного угла Диана Баева, Ханты-Мансийский автономный округ.